Прогноз погоды на 27 июня. Ночью в Усть-Ордынском ожидается ясная погода. Температура воздуха плюс 16, плюс 19 градусов. Ветер слабый 1 метр в секунду. Настенные часы, светильники, люстры, модульные картины, зеркала. Сделай свой дом светлее. Световид. 8-902-132-72-72. Днем в Усть-Ордынском ожидается пасмурная погода. Температура воздуха плюс 23, плюс 30 градусов. Ветер слабый 2-4 метра в секунду.